рамках этого фестиваля, значит, первое, участники фестиваля у нас, потому что у нас это большая Ахиллесова пята. У нас 14 участников, это фестиваль... Кыргызстан, страна короткометражных фильмов, кажется, такое название фестиваля. И это фестиваль для стран СНГ, для участников из стран СНГ, Балтии и Грузии. Это короткометражная история про семью, про двух сестер. Вот, но сюжет не хочу пересказывать, его лучше посмотреть. У него была премьера в Локарно в этом году. Вот, и после этого я очень рада, что его приглашают на разные фестивали. Очень нравится, что здесь люди смотрят кино. Это, по-моему, хорошо. У меня на показе была одна бабушка. Бабушки какие-то, вот такие вот люди пожилого возраста приходят на наши показы. Это очень круто. Bu tür masterclass uygulamalarla işinizin püf noktalarını öğrenmeniz, sanatın önemli noktalarını öğrenmeniz bağlamında çok değerlidir. Çok şanslısınız. Hakikaten Manas Üniversitesi'nin en hareketli bir fakültesindesiniz. Спасибо, что они уделили время, пришли сюда дать мастер-класс, сказать спасибо нашим, получить эти практические знания. Поэтому я считаю, это вы. Беларуси, Нина, с фильмом «Бровист» и Нина. Сам от себя, я спросил, продюсерский, художника кино, актерский факультет и так далее. Всеми студентами, я думаю, что они будут полезны для вас, потому что все это странах мира, я знаю, что в Абдике их используют где-то еще. Это фильм про то, что как режиссеры в истории мирового кино воровали друг у друга, может быть, там учились, или там цитаты, да, это можно назвать. Отдадим наш Абдик. Мастер-класс жөнінде айта тұрған болсақ, фестивальдің Қырғызстан қысқаметражды өлкелердің фильмдердің өлкесі фестивалінде атайын программалар бар. Ошол программаның бірі болып, ошол россиялық фестагент информациялық агенттігінің мастер-классы. Бұл мастер-класстың негізгі мақсаты ошо тартылып аткан кыргыздын кинолорун эл аралык фестивалдарга жөнөттүү, ошондой эле аларды жылдыруу, балким жакшы баягы сатуу, мындай айтканда прокатка чыгаруу деген маселелер. Эми аны интернеттен деле карап тапсак болот, бирок бул фестагент агенттиги ошо дүйнөдөгү бир 2000'den aşık kinofestivallerden bazasın bunda etkanda bazasın kamtit anan praktikal türde hazır bağ soru cevap üretinde göp meselelerde sorap bilio alsa olup da. Цели, задачи, как говорится, с другой стороны. Если вы будете понимать, что от вас хочет, будет интересно показать. Собственно, ну, есть еще такая история, как пиар.